По поручению главы города Алексея Сергеевича Копайгородского в целях исполнения установок Национального антитеррористического комитета Российской Федерации, антитеррористической комиссии в городе Сочи, с межведомственной группой, в которую входят представители МЧС, Росгвардии, УВД, Федеральной службы безопасности, проводится обследование объектов на предмет их антитеррористической защищенности. Нарушения, выявленные в ходе проведенной работы, устраняются в сроки, установленные антитеррористической комиссией. Как сообщили в пресс-службе администрации города Сочи, в целом обеспечение безопасности в местах массового пребывания людей соответствует требованиям.